дело, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Фреш, Антифа, и сегодня наше выживание в такой игре, как Hard World. Версия 2.0 продолжается. Хей, йоу, братишки. Так, пацаны, вы тоже это видели, да? Там аирдроп неподалеку от нас. Да, я предлагаю, давайте, короче, сейчас пойдем попробуем этот вертолет, ой, точнее, этот аирдроп залутать. Вот, в принципе, у нас ресурсы-то есть, точнее, оружие, да? Погнали, пацаны, погнали. Да хватит меня закрывать. А, давайте на тачке поедем, давайте, наверное, лучше на тачке, скорее всего. Да ё-моё. Да нормально, пацаны, нормально. Так, да, я немного покрасил, короче, наш автомобиль, теперь он выглядит немного вот так. Так, нам надо, чтобы кто-нибудь Андрей, открыл халди, давай, двери в наш Олег, выезжай. Так, давай, все, выезжай. Ой, тихо, убивай, спокойно, это убивай, подписчик, убивай. Это подписчик, спокойно, вылезаем, без паники. Он мирный. Андрюха, залезай и поехали. Mm-hmm. Андрей, бегу. Давай. Андрей, быстрее, сейчас давай, Андрей, пожалуйста, быстрее. Да, поехали. Так, аирдроп, пацаны, где он? Он где-то был... О. Он прям перед нашим домом, вы издеваетесь? О, да? Где? Так вот, вы его не видите, серьезно? Да. What the fuck? А так, давайте быстро лутаем и сразу это... Ай, помогите. Так. Ай, 250 ладно, бронеплит. Нормально. Олег, так, помоги. А где? А, Андрей. А где он? Ай. Андрей под тачкой валялся! Андрюха, да ты... Ты господи, ты можешь сесть, пожалуйста, за наш... Ты его сбиваешь. Нормально, без паники, пацаны, без паники. Олег, слушайте, нормально. Я вообще не ожидал, что серия начнется с такого. О, я кофе, думал... Олег, твори кофе поздравил. Да, это наши подписчики. Я на самом деле реально, вот знаете, захожу на сервер просто, и тут реально вокруг нас просто целая деревня, понимаете, да? Ай, так, Андрюшенька, открой, пожалуйста, ворота. Смотри, чтобы не забежал. Да нормально, без паники, пацаны. Это мирный подписчик, он мешать не будет, понимаете? Все, так, Андрюха, заходи. Андрюха, заходи. Это ты что ему дал там такое, стейк? Заходи. Так, Андрей, да не на... Зачем? Ай, Андрей, ну ты что, издеваешься, что ли, а? Так, все. Ну, ребят, просто как бы, понимаете, защита прежде всего. Сейчас на территории. Так вот, чем мы сегодня будем заниматься в серии? У нас будет 3 попытки доставить вертолет к нам на базу. Да, но для этого нам сперва нужно будет, конечно же, отстроить вертолетную площадку. В принципе, чем мы сейчас и будем заниматься. Да, строить. Так, пацаны, да, ну, я, конечно, иду строить, понятное дело, да, но ваша задача прикрывать меня. А мы батя хаваем, да? Не, вы будете прикрывать меня, потому что, как бы, сейчас день, все дела. На сервере играет, по-моему, 50 человек. Вот, поэтому я не хочу, чтобы в любой момент просто, понимаешь... Так, давай, наверное, где-нибудь вот тут его построим. Сейчас я вот буду просто отстраивать... Подписчик! Так, вот здесь вот, вот так вот, вот так вот. В общем, да, мы приготовили детали для 3 вертолетов, чтобы у нас было 3 попытки доставить вертолет к нам на базу. Вот. Ну, потому что управление очень тяжелое. Олег, я не верю, Олег, ты иди. Я не уверен, что у нас получится с первой попытки. Олег, у меня все получится с первой попытки. Ну, Андрей, я бы на самом... Ты вообще ни разу на вертолете-то даже не летал. Олег, ну... Ну что, понимаешь, с Андрес тоже было управление вертолетом. Ой, Андрей, сравнил, понимаешь, тут управление вертолета... В PUBG на вертолете очень легко летать. В PUBG нет вертолета, начнем с этого. Нет, есть. В смысле, в PUBG? Не было там такого. Не было там такого. Вышло. Не было там такого. Вертолет иди. Так, пап. Я надеюсь, на вообще ресурсов там хватит и на это. Вот, все, пацаны, в принципе, я думаю, этого будет нам хватать. А, поставим вертолет сюда, и я надеюсь, то, что все будет по маслу, пацаны. Я надеюсь... Олег, я отдаю тебе честь, Олег. Спасибо, Андрей, спасибо. Олег. Пацаны, у нас внеплановая ситуация, чрезвычайная ситуация, я могу даже так сказать. Крысы, они хобры убили нашего подписчика. К нам приехали типы, и, в общем, по мне попали разок, когда я просто вышел на улицу, хотел поставить дверь. Так, пацаны, давайте на вышку, поднимайтесь, на вышке будем орудировать по ним. Так, сейчас. Так, сейчас я быстренько похиляю. Надо понять, где находится наш противник. Берите снайперские винтовки и просто выслеживайте противника. Я пока быстренько хиляюсь. У меня просто по мне попали, прям очень больно попали по мне. И вот просто понимаете, мы хотели пойти за вертолетом, и тут. Меня убили. В смысле, откуда? А по мне. Да вы что, издеваетесь? Так, подождите. Сейчас, секунду, мне надо аккуратненько спуститься. Так, пацаны, у нас реально гости. У нас реально проблемы, вы понимаете? Ой, елки-палки. Так, ладно. Мои вещи там не трогайте. Не, никто. А кто их там тронет? Их там никто не собирается трогать. Нам надо понять, где находится противник. Это самое главное. Около того домика, который ты строил для вертолета. А, серьезно, там что ли находится? Так, попробуй, блин, просто прикол в том, что я сейчас на вышку поднялся, по мне попали. Значит, где-то у них где-то. Вижу снайпера. Попал по снайперу. Ай, у них еще один снайпер. Блин, да что же их так-то много-то, а? Короче, сейчас я постараюсь, знаете, что сделать? Я постараюсь сделать стенку, чтобы хоть как-то за что-то можно было прикрываться. Так, вот здесь давайте так просто на рандом сейчас ставлю, чтобы просто у нас было хоть небольшое укрытие какое-то. Олег, так, я одного убил уже. Хорош, Андрей, второй хорош. Бегает хорош. Еще вот здесь рядом. Второй я видел, они где-то там наверху их 3, стоят. Сзади меня, вон там вот. Так, сейчас, блин, надо смотреть просто в оба. Просто капец какой-то, а? Так, вижу одного.
Минус! Минусанул одного, пацаны, одного убил в голову. Так, отлично. Так, кто еще? Кто еще? Они, короче, где-то на горе стоят, где-то там были. А, ну это был один. Андрюх, а ты одного убил где? Не помнишь случаем? Возле, прям возле домика, который так, мы возле строили. Домика для... возле так, домика стоял. Так, говорите, что еще третий где-то есть, да? Вижу, вижу третий поднимается. Нет, это наш подписчик. Блин, тут еще и нужно различать подписчиков. А, кошмар какой. А. Так, ну он пошел утать того типа. Это хорошо. Это хорошо. Так, вот вижу, вижу его. Ай, уже промахнул. Видел. Он на том же месте, на горе, пацаны. Да. Это что за взрывы? Это что за взрывы такие-то? Взрывают чей-то дом. Нет, нас взрывают. Так. Так, а, да? Где он, где он, где он, где он, пацаны, где он? Надо срочно, срочно понять, где находится противник, а. Не, ну это капец, конечно, просто. То аирдроп сначала выпал, то потом это, начинает нападать на нас. Попал по голове, минус, минус, минусанул. Нет, ты не убил его. В смысле не убил? Попал еще разок, да как я его, я ж по голове попал ему. Еще раз попал. Вот я попал. Я тоже попал по нему, что за бред? Чё за бред? Я А, у них шлем на голове, понятно. Конечно, у них просто шлем, который, короче, при попадании он снижает, как бы, это, количество урона нанесенного, понимаете? Так, ну, я вам давал аптечки, пацаны, поэтому нормально, сейчас все должно быть все окей. Да сука, они меня гасят, я задолбался. Нормально, без паники. Самое главное, пацаны, просто сохранять спокойствие, и все. Так, где он? Так, где-то тут был. Ну давай, покажись, давай, лети. О, я понял, ты с другой стороны. Я только успеваю хиляться, вы понимаете? А на самом верхнем, на самой верхней точке есть что-нибудь? Не знаю. В смысле, у нас или у них? Да. У нас нет. У нас башня там? У нас просто башня для отстрела. А, во. Да, то есть у нас только так. Блин, ну капец, конечно, а. Это, я прям не ожидал такого. Понимаете, ребят, мы с таким сталкиваемся почти каждый день. А координата есть какая-то? А, где-то вот прямо. Так, вон он. Сейчас, секунду. Так, ну давай, покажи. Блин, их двое, я не понимаю, где второй. Между Е и С. Вот он туда на перпендикуляре, смотрите. Блин, это капец. Да как? Да я только высунулся, это что за бред такой, а? Ой, пацаны, мы долго будем с ними перестреливаться, прям очень долго. Ай, Андрюша, привет, как дела? Да не очень, знаешь. Блин, я хотел пойти за вертолетами, понимаете? Но нет, нам надо защищать наше здание, наш дом, на нас нападает. И так каждый раз. Так, ребят, короче, я не знаю, что только что было, но мы просто реально были целью номер один на этом сервере. На нас нападало очень много людей одновременно, и мы просто решили переждать, просто в домике посидели. Вот, вроде у нас сейчас наступил день, прошла целая ночь, я собрал все детали на вертолет, поэтому, в принципе, мы можем выезжать. Ну да, что, погнали. Но это, конечно, опасно. Это очень рисково, пацаны, я не знаю, я надеюсь. Так, Андрюха, так, я выезжаю, спокойно. Так, Андрюх, давай быстренько садись и быстро сваливаем, просто сваливаем. Так, сейчас, надо развернуться, вот так вот. Все, парни, просто уезжаем, и ищем вертолет. Так, ну, было бы, конечно, неплохо, если бы вертолет заспавнился да, вот здесь, это да, у нас. Но, походу, тут его нет. Так что давайте поедем на следующий, тогда, наверное, завод. И посмотрим, надеюсь, там будет что-то поинтереснее. Не, ну, конечно, то, что было сейчас, это просто полная жесть. Мы реально, мы даже из дома выйти не могли. Мы бы куда бы не пошли. Да, понимаете, мы пытаемся отстреливаться, но у них позиция куда лучше. То есть они в горах где-то заныкались, да. Нас-то, понятное дело, будет видно. Да, знаю. Что это слева такое? Пацаны, это что тут за пирамиды отстроили, чуваки? Просто жесть. Просто я реально в шоке от того, что строят чуваки на сервере, а. Это просто капец, ребята. Вы понимаете, с какими чуваками мы играем? Просто реально против нас жесткие типы. Ой, ну ладно, я надеюсь, что сейчас мы, значит, возьмем вертолет, долетим до дома. Кому-то в любом случае придется ехать на машине. Чернее. Ой, ладно. Я на вертолете полетаю. Пацаны, вот вертолет. Так, давайте делаем это максимально тихо. Ничего себе. Тут машина. Так, парни, мне кажется, мы тут не одни. Так, погодите. Так, это очень странно, что на этом РТ стоит просто тачка. Вы понимаете, что пойдем. Просто машина? Так, погодите, стой. Олег, all pick. Так, погоди, надо проверить, понимаешь, надо объехать все, потому что тут может быть все что угодно. Так, ладно, я тачку оставлю здесь. Подожди, может быть тебе просто показалось? Потому... Олег, тут стоит целая машина, как можешь показаться? Так, я вижу, что тут стоит... А может никто не хочет к тачке подойти, пацаны? Это реально как будто ловушка какая-то, знаете, серьезно.
Ой, так, давайте я попробую обойти забор со стороны, посмотрим, может быть, кто-то просто... Не знаю, а ты точно уверен, что тебе не показалось? Так, ладно, ребят, все, мы вроде бы собрались, значит так, какой план действий? Андрей остался просто с тачкой. Бежим, все. Да, мы просто пишем, берем Олег, вертолет а бензин и остался просто... Да, бензин в тачке, Андрей, все. Да нет, тебе ты без можешь, бензина ты можешь прямо сейчас, бежать. Андрей, ты можешь прямо сейчас, в принципе, уже выезжать домой и просто на всякий случай приехать раньше нас, да. Поставить тачку в гараж и вообще прокатиться рядом с нашим домом до того, как заезжать в гараж. И потому что по тебе могут открыть огонь, потому что кто знает, кто там будет. Сейчас мне дико интересно, я хочу проверить эту тачку, подожди. Мне прям очень интересно, потому что мне что-то подсказывает. Погоди, может быть тут? Нет, тут вроде никого. Блин, так, взаимодействовать. Слушай, тачка-то все, ты можешь реально ехать на этой тачке. Макс, может быть, ты еще одну тачку там возьмешь? Кому она вообще принадлежит? Рокет банец какой-то. Короче, так, тихо. Макс, может быть, ты тачку возьмешь на тачке, и ты второй поедешь к нам домой? Как серьезно, так хочешь? Ну, я не знаю, просто... Зайчик сам бежит. Просто есть такая вероятность того, что я могу просто разбиться на вертолете, понимаешь? Окей. Давай, так, давай так и сделаем. Так, все, я складываю вертолет, значит, так, детали. Ай, блин, ну ладно, запрос сделаю попозже. Смотрите, так, пацаны, где? Я взлетаю, вот. Пацаны, я взлетаю. Ребят, посмотрите, какой вертолет у нас сегодня. Я специально достал эти детали, чтобы у нас был супер прокачанный вертолет. Так, парни, я надеюсь, что у нас получится сделать это с первого раза. Пожалуйста, я очень сильно на это надеюсь. Олег, контролируй с воздуха. Так, да, я контролирую с воздуха. Если бы я еще умел летать на этом вертолете, я бы все так контролировал. Изи, Олег. Так, ну я полетел. Самое главное, самое сложное, что будет сегодня, мне кажется, это парковка. Потому что приземлиться к нам на территории будет реально немного сложновато. Так, ладно, пацаны, ну я уже лечу. Я надеюсь, за мной там нет никакой погони. Блин, как это клево выглядит, а? Посмотрите, какой вертолет. Это прям очень крутой вертолет. Он полностью в деталях. Он еще замаскирован под акулу какую-то, я не знаю. Так, тихо, спокойно. По мне стреляют. Так, серьезно, куда вы издеваетесь? А вы у дома уже или где? Поехали туда, не, мы по дороге едем. Так, ладно, окей, пацаны, просто максимально быстро езжайте, езжайте просто. Максимальный домой. Репост, Олег, быстро. Да, конечно, тихо. Максимальный тихо. Профит. Так, я уже потихоньку подлетаю к нашему дому. А, у тебя маленькие. Пацаны, да, да, все-таки надо было строить побольше вертолетную площадку. О, боже. Так, ладно, я постараюсь припарковаться. Мы туда приехали, мы в обычный дом приехали. Я постараюсь припарковаться, пожалуйста, пожалуйста. Не-не, все нормально. Я очень сильно боюсь, что сейчас типы, которые могли, могут просто стрелять по нашему, по вертолету. Короче, если они начнут стрелять по вертолету... Ой, у нас дождик идет, пацаны. Так, ладно. Ой. Ой, тихо. Это очень опасная операция. Это очень опасно. Так, мне нужно припарковаться прям вниз. Так, спокойно. Начинаем понемножечку снижаться. Тихо. Что за бред? Тихо. Что такое? Что такое? Тихо. Блин, ребят, это очень опасно. А нормально то, что какие-то типы припарковали еще один вертолет прямо сверху нашего дома, это норм? Походу нас собрали все там рейдить. По мне стреляют. Ну ладно. По мне стреляют, пацаны. Надо развернуться. Кто? Да вы издеваетесь. Там реально типы, понимаете, сверху, прямо на крыше нашего здания. Да вы издеваетесь, а. Ой, я не знаю, пацаны, что делать. Вам на самом деле не знаю. Короче, если вы хотите припарковать тачки, то вам это нужно делать максимально оперативно. О боже, я не ожидал, что сегодня будет такое в серии, понимаете, ребята? О боже, я не могу. Прям не мог этого просто даже ожидать. Так, дождь закончился, так, тихо. Блин, по мне стреляют, походу, пацаны. Мы едем по пустыне уже. Я понимаешь, они вроде, я не понимаю, они стреляют или не стреляют, я не понимаю этого. Это наши типы или не наши типы? Так, Олег, если они стреляют в твою сторону, это точно не твои. Я слышу, что они стреляют, но я не вижу, чтобы они попадали по вертолету. Так, спокойно. Нет. Тихо. Нет! Стой! Блин, пацаны, я уже не взлечу. Короче, Андрей, ты где? Все, у меня нету лопастей, пацаны. Так, быстро забираю. Ай! Так, я быстренько вернусь сейчас за лопастями. Пацаны, быстренько надо домой вернуться за лопастями. И быстренько нужно... Блин, он стоит прямо посреди дороги. Да что за бред? Ой, парни, сложная операция, пацаны. Так, бегу. Пацаны, прикрывайте, я за вертолетом. Пацаны, нужна срочно подмога. Срочно нужно прикрытие. Тут реально какие-то военные действия у нас сегодня в серии. Так, я у вертолета, пацаны. Так, сейчас надо его быстренько тебе закрывать. Тип бежит. Так, сейчас я это сделаю. Так, запрос, все отлично. Так, тип бежит. Так, я понял.
Так, где? С какой стороны? Где он? Справа, с горы сверху. Так, не, это походу наш, пацаны. Уверен? Да, 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 скорее всего. А вон сзади. Так, все, я быстро взлетаю, пацаны, взлетаю. Так, взлетел? Отлично. Вон там, Андрей, справа. Это просто какая-то одно попадание я сдох. Так, парни, подлетаю. А, подожди, он с руками. Сейчас будет попроще. Ай, по мне попали, пожалуйста, не убивай. Так, нужно просто сделать плавненькую посадочку, давай. Блин, меня убили. Давай, сможем. Сможем. Нет! Вы издеваетесь, а как? Но мне больше всего интересно, что осталось от нашего вертолета. Ничего не осталось. Ничего не осталось. Все вот эти детали, понимаете? Это было сложно достать. И вот... Ой, парни, сложно сегодня серию было записывать, ребят, на самом деле. Я просто не знаю, что дальше делать, потому что хоть у нас и остались детали еще на один вертолет, но просто выезжать нам сейчас реально противопоказано вообще куда-либо. Потому что, ну вы сами видели, то, что на нас нападают, нам постоянно мешает. И это очень сильно мешает нам записывать серию. Потому что мы тупо даже из дома выйти не можем. Поэтому, друзья, я предлагаю закончить сегодня на этом серию. Я не знаю, что с этим делать, будем думать. С вами сегодня были, как всегда, Кови, Фреш и Дефай. Всем до скорой встречи, друзья. И всем пока-пока. Пока. Всем пока. Ну все, наконец-таки, спустя буквально пару часиков, уже сколько, 4 утра, я наконец-таки дождался того момента, как стало поменьше игроков на сервере, и у меня получилось доставить вертолет к нам на базу. Вот, поэтому, друзья, за это однозначно нужно поставить лайк. Теперь у нас есть вертушка. Надеюсь, ее никто не разобьет. Да.